Намскому району выделили более 140 тысяч рублей на отлов безнадзорных собак. На Слиге отчитались о выполнении работ почти на 131 тысячу. Об этом сообщает пресс-служба Департамента ветеринарии республики. Напомним, что на днях на 8-летнюю девочку в Намском районе напали собаки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Хозяина одной собаки нашли. 5 животных поместили в пункт передержки. Сейчас ищут владельцев оставшихся. Первый заместитель главы района Инна Сивцева утверждает, что в районе отлавливают бродячих собак. При этом она отметила, что в небольших наслегах контроль за содержанием имеется, но в крупном населенном пункте его установить сложно. Однако, по информации департамента, в районе не работают пункты передержки. Население отмечает очень слабую работу администрации наслегов в этом вопросе. Это подтверждается тем, что главы поселений крайне плохо отчитываются по исполнению работ по отлову.